году детский сад номер 5 был включен в государственную программу капитального ремонта. С инициативой о его масштабной модернизации в рамках встреч с лидерами движения общественной поддержки Александром Дреновым, Юлией Ишковой, Владимиром Сусловым, Галиной Болотовой и Александром Васильевым выступали активные горожане. Реализация такой инициативы стала возможна благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Химок Дмитрия Волошина. В актовом зале дошкольного образовательного учреждения прошла встреча с представителями администрации и депутатами, на которой родителям и педагогам рассказали о ходе дальнейших работ. Детский сад, ему скоро предстоит реконструкция, сейчас будут объявлены торги, найден подрядчик на проектирование, после проектных работ уже выйдут на объект. Каждый объект, каждый этап этой работы, он согласуется с родителями, с преподавателями, для того, чтобы все посмотрели на все, на каждом этапе житель принял участие. На сегодняшний день количество детей, которые посещают детский сад «Радуга», больше, чем учитывалось при строительстве. При проведении капитального ремонта планируется существенно расширить здание. На встрече родители могли задать интересующие их вопросы. Один из самых больших вопросов – это то, куда конкретно мы будем переводить деток, поэтому мы сегодня встречаемся с родителями, мы встречаемся с преподавателями, спрашиваем их пожелания, потому что им надо будет водить деток. Садик мы не планируем закрывать надолго. Строительно-монтажные работы планируем завершить за год. Ориентировочно подрядчик должен определиться уже в мае месяце. После того, как будет готов проект, состоится новая встреча, на которой его презентуют родительской общественности.